Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Драконы, всадники Олуха». Ну что, начнем с открытия пака, как всегда. Бесплатно. Так, монеты Одина. Забрали. Ну а теперь сам пак. Древоруб, ужасное чудовище, шепот смерти, шестереночки, так, и ресурсы. Окей. От этого я отказываюсь. И давай глянем еще один пак. Так, 9 штук монет Одина. А здесь, надеюсь, нет, ребята. Надеялся, что выпадет дракончик, но ничего такого нам не достается. Жаль. Так, события. Вау. Хитрые против стремительных. Вот это мы сегодня поиграем. Наконец-то дождались. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой немножко вот так отдалим. Прокачка. Так, древоруб получает 60 уровень. Секундочку, а сколько нам еще остается тогда, получается? Еще 4 дракона. Блин, я даже не знаю, кого прокачать-то еще. Погоди-ка. А костолом у нас всего лишь 33 уровня. А ветрокрыл вообще 30-го. Блин, что делать-то будем, а? Кого прокачивать? У нас, конечно, есть с тобой в ангаре, насколько я помню. Давай-ка глянем. 45 уровень. Ну что же, громобой, лети, обучайся. У нас все равно выбора особого нету. Так, а помимо громобоя у меня еще кто-то был. Так, шепот смерти. Точно, 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 ребята. Кормим. И отправляем его тоже тренироваться. Так, кревет. Давай тоже до кучи пускай идет, тренируется. Все пока, да, друзья мои? Собираем с вами древесину, рыбу. Так, здесь тоже можно все. 2 миллиона. Ё-моё, нифига себе, ребята. Водорез 2 миллиона рыбы может добыть. Так, а что у нас тут-то? Воздух, вода. Пускай будет воздух. Ого. Ну, давай бесплатно. Лети, пташечка ты наша. Кстати, надо забрать руны здесь. Шикарненько. И посмотрим, что нам здесь. О, 39 рун. Слушай, ну неплохо. Так, наверное, мы ее сразу отправим с тобой в путешествие. Точнее, даже не в путешествие, а на поиски. А поиски у нас будут... Блин. А поиски у нас с тобой пока никак не получится, потому что не хватает, ребята, уровня ей. Ладно. А мы можем повторить, да, в принципе, там предыдущие поиски. Давай вот едко крыло пускай ищет. В обычном режиме, в бесплатном, да? Ну, а мы с тобой пока наших вот этих дракончиков отправим тоже на какие-нибудь поиски. Продолжить. Отправьте ночных жутей. Пускай летят. Здесь расскажите остальным. Бесплатно все, естественно. Так, сарделька, иди спасай драконов. И барсик. Барсик, а почему ты сидишь? Просто так, главное. Давай-ка мы тебя отправим. Так, здесь все. Обмен. Конечно, делаем. Отдай древесину и иди дальше ищи. Ты тоже, кстати, не прохлаждайся. Так, Громль, ты пойдешь у меня за древесиной. Ветрокрыл пойдет у меня за рыбой. Тут еще 2 дня будет вылупляться вот это яйцо, друзья мои. Так что будем ждать. О, тоже уровень 43. Слушай, ну неплохо. Академия забита, поэтому не могу его отправить дальше обучаться. Пока все хорошо. Так, ну что, забираем с тобой вот здесь вот награды. Янтарь тусклый, здесь то же самое, а здесь цветочки Фреи. По наездникам тоже пока тишина. Пак, какой у нас тут, ребята, по-моему, редкий, да? Окей, открываем.
Шепот смерти, 8 карточек. Громель, 8. Так, новичок, 8. Древоруб, 8. И душитель, новичок, тоже 8, ребята. Так, водорез элитный, 9 карточек. И все. Давай с тобой поставим следующее открытие, да? И пойдем уже все-таки на испытание. Кстати, что у нас здесь? Давай глянем. Ну, тут только рыба и древесина. Только лишь всего. Так, поехали, ребята. Хитрый, значит, против этих, да? Значит, мы с тобой убираем отсюда сардельку. Икинг нас попросил новеньких обучить, но мы предпочитаем делегировать. Вы же не подведете? Даже и не думал об этом. Меняем, короче, драконов с тобой. Так, фиолетовый, фиолетовый. Это у нас... Ага, барс и вепрь. Барсик, одним словом. Ну, как-то так. Больше мне некого поставить. Хотя штормореза можно поставить. Он у нас 12 уровня. 51 уровень нужно, чтобы его улучшить. Слушай, а что если нам его взять вместо ветрокрыла? Блин, пока не будем рисковать. Пока не будем. Ну что, первый наш бой. Тут, кстати, по-моему, да, коротенькое испытание будет у нас. Посмотрим, как мы здесь себя проявим. У нас с тобой фиолетовый персонаж только один. Это барсик. Значит, против красных мы с тобой, да, будем воевать? Ох, елки ты палки. Как он вжарил. Слушай, наверное, нам придется с тобой взять все-таки... Ага, ты видишь, какой маленький урон они нам наносят? Наверное, ветрокрылы все-таки поменяем. Или же поменяем кривоклык. Надо будет определиться с этим получше. Так, смотри. Кусает. Бомбим. А здесь вот так сделаем с тобой. Все, 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 парень. Даже не думай там ничего делать. Тебе ничего не поможет. Или же нам ничего не менять, оставить все как есть. Вот я даже не знаю, ребят, как лучше сделать. Так, вторая волна. Ага, тут барсик. Ого, вот это ты шпаришь, парень. Ты можешь потише прыть свою успокоишь, так сказать, да? Пускай этот будет нам пока помогать, а мы будем разбирать дальше этого змеевика. Что он там опять делает? Посмотри на него. Ну что, добивай своего другана. И мы занимаемся им вплотную уже. Кусаем. Атакуем. Так, добить-то... Нет, конечно, не добьем. Но урончик неплохой. Слепота. Слепота, а-ляпота, да, ребята? Ну что же, поздравляю нас. Первая победа. И это только начало. Ну что, крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. Давай, эх, рыба. Рыбка, рыбка. Еще одна попытка. И опять рыба, что ли? Ладно. Забираем с тобой 1000 янтаря. Тусклого. Так, после этого мы получим с тобой 400 цветков Фреи. Кстати, это неплохо. Тем более мы с тобой цветочки эти копим. Надо посмотреть, сколько дней осталось до завершения ивента. Так, здесь у нас... Кто это? Драгур, насколько я помню, да? И опять же шепот смерти. Они оба синие, синие. Так, смотрим. Ребята, они наносят повреждения, усиленные красным. То есть это кривоклык у меня в опасности, получается. Ну, естественно, ну, на кого они еще могут атаковать? Конечно, его. Причем вдвоем. Давай-ка быстренько попробуем разобрать хоть кого-нибудь. Хотя бы одного. Прекрасно. А этот все на своем, а? Смотри на него. Давай я сделаю вот так вот. Будем хиляться. Блин, не получается хиляться нам с тобой. Тогда уничтожаем. Твою же дивизию.
Они меня разбомбят, Кривоклыка. 100% тебе говорю. Опа, что-то не то пошло у них. Интересно, как-то так. Какой из них будет первым ходить? По-моему, вот этот. А мы будем вот так делать. Давай. Красавчик. Может быть, Кривоклык у нас еще и выживет. Хотелось бы, конечно, но не уверен. Так, сделаем. Ну-ка, бомбанешь? Нет, он выжил. Добиваем. Слушай, не получится у нас, друзья мои, спасти. Хотя, если только вот так делать. Погнали. Кусаем. Хиляем. Вот таким вот образом, скорее всего, мы с тобой и победим. Шикарно. Давай что-нибудь полезное. Вот, оставь мне пак. Конечно. Оставят они тебе пак. Специально взяла и... перелетела. Ладно, забираем с собой цветочки Фрей. И, кстати, вот здесь у нас будет с тобой неплохой пак разыгрываться. Что там написано, не вижу я, ребят. А тут вообще ареновский, прикинь. 6-й арены пак. Там может, кстати, выпасть чемпион. Я на это надеюсь. Ну что, пойдем с тобой в очередную битву. Так, их здесь по-прежнему пока двое. Шепот смерти, да? И кревет. Ну, естественно, начинаем с шепота смерти. Тут понятное дело, потому что он на третьем ходу может сделать суператаку. А я этого не хочу. А скорее всего, да. Хотя нет, он потратил свой суперудар, поэтому извини, шепот смерти. Придется тебе глюканул, да? Такое бывает, ребят, такое бывает. Мы можем, в принципе, усыпить кревета. Давай сделаем так, снотворное. Пускай он спит. Пускай он спит. Мы его разбудили. Сейчас будет кому-то бобо. Ох, ё-кл-мэ-нэ. Уничтожил, друзья мои. Он уничтожил мне кревета. Ну ты понял. Кривоклыка. А здесь их трое. Хофер. Так, это я не знаю, кто, ребята. Ну и единственное, что мне здесь поможет, наверное, это снотворное. Так, сейчас посмотрим. Они, в принципе, все получают одинаковый урон. Давай, родной, жги. Жги, дракоша. Не дадим шанса врагу. Так, добиваем. Блин, пробудится, да? Ну фиг с ним. Пускай просыпается. Ну сделает он одну атаку. Вот только какую? Наверное, мощную. Нет, нормально, все терпимо. Слушай, ну они опять будут по два раза ходить. Ну ты посмотри. Оу. Слава богу, уклонение сработало. Так, давай-ка мы его дальше усыпим. Прекрасно. А добить не сможем, да? Так, он проснулся. Атакует кого? Ребята, он не попадает. Он не попадает, и это круто. Ну что, крутим с тобой колесо. И нам достается древесина. Понятно. А далее что? Наверное, опять древесина или рыба. Воу, неужели пак? Блин, вот, конечно, лучше бы тот, который был впереди. Но, тем не менее, мы с тобой вот этот пак забираем. Так, на почту. Ребят, сейчас у нас будет с вами мини-боссик, а потом будет босс. Но, слава богу, мы с тобой накопили плоды. У нас есть с тобой восстановление энергии. Я думаю, здесь мы с тобой справимся. Так. Они ходят первые, да? Ну, это понятно. Какой же сильный удар у него, а? Вот этот вот. Пуляется иглами и всем достается. Напоминает мне чем-то удар...
этого. Как тройной удар у нас делает дракон. То же самое. Ёлки-палки, что за расколбас такой пошел? Что я спрашиваю за расколбас? Блин, у меня еще и пониженная атака здесь. Сейчас они втроем ходят. Блин, лишь бы не потерять кривоклык. Так, что он там делает? Что он там придумал? Господи, как они бомбят ужасно больно, а? И опять он ходит. И потом еще раз будут ходить. Я сделаю, знаешь что? Я сделаю вот так вот. Потом у меня будет заморозка. Всех отправляем в сон. Ой-ой-ой. Всех отправляем в сон. И если будет возможность, хильнемся. По-моему, такой возможности не будет. Или будет? Нет, не будет, скорее всего. Поехали. Так. Слушай, если мы сейчас захиляемся, переживем атаку. Отлично. Слушай, ну это круто. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я подлечусь. Потому что еще одна волна будет. Ты про нее не забывай. Если я даже атакую, может быть, лучше так сделать. Давай, наверное, хильнемся все-таки. Пропишем. Так, что он там сделал? Суператаку какую-то? Нет, обычная атака, ребят. И мы его допрессуем сейчас вот. Так, сделаю. Добиваем. Так, последняя волна. Ага. Так, нужно быть аккуратненьким. Здесь враги не шутят. Блин, они втроем ходят. Ого, гипноз. С кого начнем? Давай, наверное, с душителя. Что ты будешь делать? Хильнулся, да? Потом они опять втроем ходят. Нет, ребят, так дело не пойдет. Надо их баньки отправлять. Вот так вот. Мне будет спокойнее. Шикарно. Блин, не хотелось бы, конечно, кусать тут никого. Но, видимо, придется. Так, еще раз отхил. Что ты там придумал? О, парень, я тебя поздравляю. Ты промахнулся, а мы добьем. А этот проснулся уже, да? А этот уже на стреме, как всегда. На тебе. Он ничего нам не сделает опасного, поверь мне. А вот мы ему сейчас таких врежем люлей. Мы еще и вот так сделаем. И все, все, ребята, он наш. Против нас у него ничего не получится сделать. Добиваем. Так, ну что, теперь будет у нас босс. Вот там будет поединок, я думаю. Крутим колесо и смотрим на награды. Вот мне, чтобы на паке остановить. Дают мне рыбу. Ну тут понятно, тут тоже рыба. Ну и последний у нас с тобой здесь поединок с боссом. Ёлки-палки, кто здесь будет босс, я не знаю. Но я знаю только одно, что у нас с тобой последняя энергия. Если мы проиграем... Ох ты, шторморез. Если мы с тобой проиграем, то уже переиграть не сможем сегодня. Шторморез. Так, а мы как с тобой, наверное, вот так будем делать. Тут еще Громорок. Он же отшельник, по-моему, да? Слушай, а что я делаю? Я вот сейчас вот так вот. Опа, и все. Пускай они спят. А мы с тобой будем разбирать шепот смерти. Да? Да. Так, дальше нам можно хинуться, в принципе. Но зачем? Зачем нам спать, если мы будем вот так вот делать? На тебе. Ой, как хорошо мы... Блин, надеюсь, там... Все нормуль. Все спокойно, друзья. Так, баньки, что ли, их отправить? Да, давай отправим на покой. Сейчас же еще босс будет впереди. Ну, смотрим. Да ладно, душитель? Серьезно?
Так, вот этого нельзя позволять, чтобы убили мне. Поздно. Поздно, друзья мои. Они ушатали. Зачем я так сделал? Вот зачем я так сделал, скажи мне на милость. Ладно, сейчас мы разберемся с ними, с боковыми. Потом будем уже бить основу. Красавчик, красавчик ты у меня. Давай сюда. Так, бомбим. Сейчас что-то будет. Хотя нет, ребята, что он нам сделает? Ну вот так вот только, да. Сможешь пробить его? Этот очнулся, блин. Спал, спал, прос... И начинается, да? По 33 хода делать. Так, ну что, баньки его, да, отправляем или как? Я даже не знаю. По идее, можно бить. Давай атаковать его. Пока такая возможность есть. Блин, ну мне не нравится то, что у него очень много здоровья. И мы так еле-еле... Блин, у него отнимаем его. Посмотри. Лучше бы у меня здесь был бы кривоклык. Вот запарит, а. Даже половину здоровья еще не отнял. Вот сейчас вроде половинка, да? Он опять сейчас что-нибудь вмажет. Слушай, может быть, усыпим все-таки? Че я коплю эту энергию? Просто так. Не использую вообще ее. Он сейчас очнется, естественно. Но у него энергии нету, поэтому он сделает обычный удар. Хочет все барсика мне наказать. А мы его траванем. Траванем. И вот так сделаем. По 123, да? Кстати, ты заметил, что когда яд срабатывает, у него отнимается одна энергия. Ну что, добьем? Ну-ка, посмотрим. Плод мудрости, 3 штуки. Вот это, ребят, хорошо. Серьезно тебе говорю, вот это классно. Ну, рыба, фиг с ним, пускай будет. Но плод мудрости, это замечательно. Так, ребята, и мы с вами забираем ареновский пак. Воу. Нифига себе содержит героических. Серьезно? Громыль. Угу, крылатый ужас. Шепот смерти. Костолом дикарь. Громорог отпрыск. Так, остроклырылый змеевик. И кривоклык. Сарделька. Барс и вепрь прокачивается, кстати, ребята. Вау. И чемпион стальной капкан. Ха. Вот это да, ребята. Вот это мы сегодня отожгли. Так, давай-ка мы с тобой откроем еще. Тут где-то пак у нас есть, вот он. Ну-ка, ну монеты Одина, это все понятно. Давай в копилку. И вот здесь вот. Костолом. Древоруб. Громорог. И ресурсики. Так, и еще там один пак у нас завалился. Что? Вы точно хотите отказаться? Ага, да, хочу. Ну что, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Нет, такое предложение мне не надо. А, вот это я возьму. И вот это возьму тоже. Ладно, давай яблоки свои тоже возьму. Слушай, а где вот эти вот я должен был найти, а? Письма, ни одного письма такого я не находил. Так, нам одна лопата, одни четки нужны. Твою же налево, а? А здесь нам не хватает вот таких штук. 12. О, 450 шестеренок. Да. Ну ладно. Так, у нас еще, по-моему, один пак, да? Забираем и открываем. Так, тут рыба. Гребешок. Ребята, шторморез. А он у меня есть. Отпустить. 400 тысяч рыбы. Пускай пока, наверное, посидит у нас, да?
Ну что, события мы с тобой прошли. Ох, какой, да? Это кто у нас? Кревет такой? Искра чувств. Действительно, искра. Ну, я тогда предлагаю, знаешь, что нам сделать? Пойти на арену. Раз мы с тобой уже здесь все сделали. Эх, скоро дракончики прокачаются, и будет у нас великолепно все. Нам нужно еще четверых. Четверых качнуть. Но это, конечно, не очень скоро произойдет. Ладно, ребята, бежим с вами на арену. Так. О, дали нам соляночку с тобой, кстати. И мы приступаем к разбору полетов. Так, громорог. Тьфу ты, громорог, громобой, конечно же, ребята. Но начнем, наверное, вот с этого. Начнем, наверное, вот с этого с тобой, да? А этот будет атаковать ветрокрыло. Хм, сардельку. Ну ладно, допустим. Блин, это сейчас будет бафать. Хотя нет, ничего не будет бафать. Да вы достали уже, эй. Так, кого он будет бомбить? Их и не знаю, ребят. Сардельку. Блин, надо было отражение ставить все-таки. Все, потеряли мы сардельку с тобой, короче. Будем их усыплять. Так, с кого бы начать-то? Давай с этого, наверное. Сразу проснулся, да? Ожил, хламон. Ну зачем, блин, у меня была эта последняя надежда, ребята. Я думал, что мы сможем бомбануть через слепоту, но тут уже ничего у нас не получится по ходу дела. И этот так быстро просыпается, ты заметил? Громобой-то. С чего вдруг-то? Смотри, он просыпается моментально. Так, ребят, сейчас, по-моему, он что-то сделает. Что-то сделает фиговенькое. Ну, мне его не одолеть. Не получится. У него сейчас энергия полностью, естественно. Он сейчас немоту повесит на меня. Еще и урона целую кучу навалял. Не получится. И по два раза ходит. Но это, ребята, уже все. Это уже наглость. Промахнулся. Надо же. Ну и что мне это дает? Эй. Блин, надо же было так, ребята. Все, он сейчас добьет. Да, к сожалению, он меня сейчас добьет. Чуть-чуть не хватило мне его подбить, а? Возможно, мне нужно убрать сардельку и вернуть обратно Барсика. Такой вариант тоже может быть. Да что ж ты будешь делать? Такие вот чувачки достаются мне. Тут опять скала достался. Сейчас этот будет бомбить ветрокрыло. Нет, все на сардельку. А знаешь, почему на сардельку, ребят? Мне кажется, потому что она слабенькая. По уровню именно. Хоть и ветрокрыл тоже 10 уровня, но сарделька будет слабее. О-о-о, все. Трындец, походу. Приплыли. Этот сейчас добьет. Ой, ребята, что же они вытворяют, а? И вот как нам теперь здесь быть? Вот как, вот объясни мне. Я даже не знаю, что мы тут с собой можем придумать. Смотри, что творит, а? Он еще и усилил себе атаку, ко всему прочему. Так, этот еще пробудился, а? Неужели убьют, а? Точно, друзья мои. Уничтожил. Ну что, вся надежда только на кривоклык. Поехали, ребят. У него полностью энергия восстановлена вся. А я могу только кусать его. Ну-ка. Что он там сделал? Хил. Давай вот так вот. Кусаем. Сейчас, ребята, он, мне кажется, в ничью хочет выйти. Он в ничью идет.
Для чего он хиляется, чтобы на нищую выйти, ребята. Ты смотри, что он творит, а? Точно, я тебе говорю, он хочет... Блин, не должен я ему позволить этого сделать. Хотя я не успею, все, это последний ход, ребята. Вот уж шлепок, а ты посмотри на него. Выкрутился гаденыш. Так, я решил все-таки, наверное, поменять. Барс, погоди-ка, кстати. У нас есть стальной капкан. Может быть, нам его улучшить? И взять, попробовать им сыграть? Что скажешь? Давай разочек один возьмем. Просто для пробы. Хочу посмотреть, насколько он хорош, а? А вдруг зайдет нам? Ну-ка. Заодно проверим, что он умеет делать. Так, а нам дают красных и фиолетовых. Блин, и опять там скала будет среди них. Ну что? Кто начинает? Мы. Так, массовая атака, это хорошо. Шепот смерти нужно уничтожать. В первую очередь его. Хотя этот со своим разбегом тоже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что такое? Фиолетовый против синих. Против синих, ребята. А что вот это? Ого. Слушай, нифига он бомбит. Ну он сейчас, наверное... Подожди-ка. Все. А это что? Отнимает здоровье у драконов. Ну-ка. Слушай, а может быть... Он, конечно, слабенький сам по себе, но дамажит он очень хорошо. Так, надо будет еще взять, на следующий бой его проверить. Так, что у нас тут? Гипноз. Плохо. Так, а мы на него повесили слепоту, ребята. Мой кривоклык взял на автомате, врубил слепоту ему. Так что все, доигрался. Парень на скрипочке. Ну что же, победа. Ну смотри, у нас тут 13 и 12 уровни. В принципе, я думаю, что это нам по плечу. Будем сейчас потихоньку-потихоньку их разбирать. Тяжело, конечно, идет как-то все это. Блин, все равно они на него нападают. Видимо, он слабенький. Ух. Блин, добьют что ли? Блин, ну бомбит он, конечно, вообще. Посмотри. Просто колоссально, ребят. Я уничтожу этого. Слушай, он еще и замедляет их, прикинь. Вешает замедление, помимо того, что атакует. Так, успокойся, сейчас опять свой фаербол, да? Нет. Не выпустил. Так, сюда. Можем в сон. Да, так будет, наверное, лучше. Замечательно. Так, а у него энергия полностью, да? Заполнена. Сейчас фаербол, наверное, в нас метнет. Скорее всего, так и будет. Ать! Но мы живем. Слушай, напиши мне в комментариях, как тебе вот этот вот наш змеевик злобный? Нравится или нет? Как по мне, так для 11 уровня это, я считаю, имбово. Он наносит офигенный урон и плюс еще вешает замедление. Ну, а мы с тобой заработали первый пак. Громыль, чудовище, громорок, громгильды. Ага, и все. Ну что, давай еще, наверное, разочек с тобой сыграем. Мы можем, конечно, поменять стальной капкан, например, на того же самого барсика, как у нас, в принципе, и было раньше. Ну вот что-то мне вот нравится в этом стальном капкане. Что-то, как тебе сказать, новенькое такое, да? В наших рядах появилось. Так, секунду. Как-то вот не особо хорошо у нас тут выходит все. Угу. Бомбанем давай. Вообще, и замедляшку, вот то, что он вешает, это, конечно, круто. Правда, я особо не вижу, чтобы они как-то медленнее стали нас атаковать, если честно. Ну-ка. Мы можем добить. А можем сюда бомбануть. Я лучше, наверное, добью, чтобы наверняка.
Ай-та-та-та. Как бы мне это, ребята, боком все не вышло. Понимаешь, о чем я? Так, сколько у меня? Блин. Давай, наверное, вот так сделаю. Сюда укус. Можно хильнуться, можно бомбануть. Я даже не знаю, как сделать-то поэффективнее. Давай так, наверное. Сейчас, ой-ой-ой, фаерболом, да, сейчас бомбанет. Твою же дивизию, ты серьезно? Слушай, у нас, по-моему, без шансов здесь, друзья. Он же очнется сейчас. Оу. Это, видимо, то, что было замедление на нем висело, ребята. Кул. Так, ребят, подождите секунду. У нас, по-моему, да, у нас же барс и вепрь тоже могут улучшиться. Оу. 14 уровень, слушай, ну это вообще имба. Давай тогда и возьмем его. Подожди, его возьмем вместо капкана. Блин, это самый, как тебе сказать, самый прокачанный дракон у меня получается. Барсик. Из всех остальных. Так это же замечательно. Так, посмотрим, как он в деле будет. Что ты тут выпендриваешься, стоишь, вынюхиваешь. Поехали сюда. Так, фиолетовые против синих. Довольно не... Ого, это что такое? Какой-то... А, так это ж ё-моё. Это ж шипорез. Я думал, это душитель. Что он там делает? Не то. А это, оказывается, я ошибся маленечко. Понял. Есть. Так, а тут мы с тобой сделаем, наверное, вот так. Ты спросишь, почему именно сюда? Потому что, ребята, здесь усиленная атака. Пускай бомбит. Ты видишь? Видишь результат? Окей. Наверное, добьет все-таки, да? Ну-ка. Ага, не вышло ничего у тебя, парень. Тогда пока. Все, а ты забудь. Да-да-да, конечно, ага. Попрыгай мне тут еще. Поехали разбирать его. Тыдыч. В сон. Ой-ой-ой-ой, что же ты сделал, Рэй? Ё-моё, надо же было... Вот, ребята, лопух-то, а. Я хотел нажать на сон. Нафига я на... Вот поспешил. Просто элементарно, ребята, поспешил. Вот и все. Так, здесь у нас с тобой солянка, получается, да? И все 14 уровня. И причем тут враги такие серьезные. Давай начнем, наверное, с громорога. Тут еще тройной удар затесался. Будь он не ладен. Так, ладно, ждем. Упс. Блин, понизили броню. Специально, что ли, так сделали? Ё-моё, вот это да. Так, он сейчас что сделает? Почти уничтожил. Почти, ребята. Так, я, наверное... Блин, что сделать-то? Что сделать? Ну, давай вот так вот. Блин, ну а что, ребята? Другого варианта не вижу. Да, конечно, он сейчас уничтожит мне ветрокрыло. Ха-ха, прикинь, промахнулся, ребята. Просто промахнулся так нелепо. Уничтожай. Ах ты, выжил еще. На тебе. Ну, а теперь уже тройной удар. Наверное, уничтожит нам все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да ну, хорош. Слушай, а нам повезло, что Кривоклык у нас уклонился от его атаки. Это классно было, на самом деле. Ну все, парень, ты допрыгался. Просто допрыгался, теперь мы тебя разберем. И здесь тебя уже ничего не спасет. Да, конечно. Да, друзья мои, нам повезло, конечно.
Ё-моё, а тут уже 15 уровень. Ну чё, начнем, наверное, с чудовища, я так понимаю. Сейчас они втроем ходят, да? Вот всегда они почему-то втроем. У меня один ходит, а у них сразу все. Я уже это заметил неоднократно. Тут еще этот, смотри, с усиленной атакой. Ё-моё, ну что же вы делаете, а? Он сейчас уничтожит, мне кажется. Красный, да, уничтожит ветрокрыло мне. Блин, и что теперь делать? Ну этого мы уничтожим, а дальше-то что? Вот так вот есть только, да? Ну как вариант, ребят. Давай бей своего. Вот, тем более суперударом. Замечательно. Фига он сносит. Здоровье столько. На. Так, нам главное продержаться. Добиваем, точнее бьем. Так, этот, наверное, уничтожит сейчас. Смотри-ка, не уничтожил. Ну что, попытаемся уничтожить теперь мы змеевика этого. Я манал такие атаки его, а. Ты посмотри, сколько он отнял. Совсем оборзел, а. Жутко лютует. Давай не выпускать его из этого, из этой слепоты. Пускай будет все время там. Ну что, пора его уничтожать. Все, ребята, сейчас будем открывать с тобой пак. А вот и он. Итак, громобой, громорок, сарделька. Ёлки-палки, опять стальной чемпион. Точнее, стальной капкан-чемпион. Зачастил он выпадать нам. Кстати, подожди-ка, а тут, по-моему, кто-то у нас. Громобой, ты будешь улучшаться? А, 51 уровень. Так подожди. А, у него нету, ребята, нету, нету у него 51 уровня. Душитель, ты-то как? 51 уровень. Подавай им всем 51 уровень, ребят, понимаешь? Тут 24 нужен. Кстати, элитного бы я прокачал бы. Блин, они все, все готовы, в принципе, ребята, прокачаться, но... Уровень. Им нужен уровень. А ты что дергаешься? 51 уровень тебе нужен тоже, ты никуда не годишься. И этот тоже, по-моему, да? И даже кревету. Ну, кревета я бы прокачал, ребята, и взял бы. Но видишь, плохо то, что он новичок. Он даже не элитный и не какой-то там среднего класса, просто новичок. Ну что у нас тут? Не понял. Зеленая смерть пришла и добро нам принесла. Мы отправляем его дальше на поиски и забираем награду здесь. Так. Ну и вроде бы все на сегодня, да, друзья мои? Ну что, неплохо мы получили с тобой улучшение на стальной капкан, на чемпиона. Прокачали до 14 уровня нашего барсика. В общем, день продуктивный. Так, а что у нас здесь? Оу, 24-й день. Забрать сундук. Так. Отлично, давай еще сундучок. Ой, красота какая, а. Ребята, у нас тут будет 3 янтаря скоро. И 26-й, 28-й день по сундуку. Плюс еще яйцо вот это вот. Замечательно, да? Так, получаем цветочки Фреи. Кстати, я хотел посмотреть, сколько у нас вообще цветочков. Мы с тобой хотим накопить вот на вес начеса. Я думаю, в принципе, это реально. Потому что уже половину мы накопили. 5700 у нас. Королева огнеедов у нас есть. Ну, пара барса и вепря нету, я не спорю. Ребят, но если мы не накопим, да, на последнем денечке, мы можем себе купить кого-нибудь другого. А так мы с собой получим вот этого вот.
милые спутники. Злобный змеевик атакует издали и поражает врагов огненными шарами, оставаясь при этом в неназигаемости. Звучит неплохо, да? Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.